Еще пару лет назад любой дождик или оттепель превращали мостовую в большое и густонаселенное озеро. Только тогда, когда жители, городская администрация и правительство региона занялись решением вопроса вместе, ситуация стала улучшаться. Со стороны улиц Урицкого, Карла Маркса и Маяковского водяной угрозы почти нет. Потоки талой воды удалось перехватить путем строительства дренажных линий. То есть, если взять восточную сторону, с восточной стороны мы взяли потоки под контроль. Единственное место, которое сегодня у нас создает угрозу, это вот косогор, который с улицы Репина у нас. Здесь мы тоже предусмотрим все меры, поэтому, думаю, минимизируем. Полностью, конечно, взять под контроль ситуацию очень сложно, потому что природа есть природа. Проблемных зон, по словам Сергея Гигирева, в Ульяновске несколько. Все они известны и везде приняты соответствующие меры. Губернатор внимательно выслушал городского специалиста. Ты мне скажи, в целом по городу, что у нас... В целом по городу у нас 8 участков. В Луговом делаем сейчас отводящую канаву. Заканчиваем, в прошлом году начали. Которая перехватит поток из полей. Проводить ежедневный мониторинг паводковой обстановки, проводить осмотр территорий, которые могут попасть в зону риска при повышении уровня паводковых вод, провести работу по очистке водоотводных каналов на территориях населенных пунктов, подготовить запасы материально-технических средств, организовать дежурство ремонтно-восстановительных бригад. Все это задачи, общие для всех районов области. Сегодня мы вступили в пору паводковых мероприятий. Губернатором Ульяновской области утвержден комплексный план мероприятий по мероприятиям, которые призваны ликвидировать паводковые явления. Значит, это определенные места подтопления возможные, гидротехнические сооружения, мероприятия по гидротехническим сооружениям, мероприятия по очистке и подтоплению низководных мостов. Мостовая – показательный пример всей работы. Здесь на 90% очищены канавы, прочищены трубы, дорогу воде дали. И все уверены почти на все 100%, что здесь, как и везде в области, никого не затопит. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.